Сейчас покажу, как я могу получить возможность сбросить ошибки на Nissan Pathfinder, используя iPhone. Я использую вот такое вот устройство. Оно работает по протоколу Wi-Fi. Вот. Купил я его в Алике. Так, это включение по использованию утилиты. Использую я ScanMaster. Так. У меня на данный момент горит ошибка ESP. До этого я скидывал клемму аккумулятора. Так, проверяем. Нужно посмотреть, чтобы был подключен адаптер по протоколу Wi-Fi. Все путаю. Так, CarScanner. Значит, смотрим. У нас должен быть выставлен профиль, вот, по которому у нас подключается. Я выбрал Nissan Consult. Возможно, не самый лучший способ, как подключиться. Так, подключаюсь к параметрам. Так, у меня, напомню, горит ошибка ESP. Хотя, ну, она вызвана тем, что я снимал аккумулятор. Вот, до этого этой ошибки не было. Так, здесь я ставлю галочки, чтобы все прочитать. И начинаем сканировать. Так, ошибки сосканировались. Пишу очистить. Ошибка кодов неисправности стерта. Отключаю адаптер. Так, теперь покажу второй вариант, как можно сбросить ошибки. Он делается уже с элементов управления самим автомобилем. Второй способ — это зажимаем сеттинг и крутим волюм в разные стороны. Вот. Вышла у нас автодиагностика. Запускаем автодиагностику. Показывает, что проблем не обнаружено. Так, далее. Журнал ошибок. Калибровка углового датчика, это вот как раз таки ESP. Здесь нажимаем удалить. Далее перезапускаем автомобиль. Вот у нас ошибка ESP горит. Вот, нажимаю ESP. Ничего не происходит. Выключаю автомобиль. Интересно. Ошибка до сих пор горит. Проверил. Немножко нужно было проехаться, чтобы откалибровался датчик. И все. Выхожу из режима диагностики, он больше нам не понадобится. Так, значит, нужно было немножко прокатиться на автомобиле, чтобы датчик откалибровался. Все, ошибка пропала, ошибки больше нет. Вот. Все, на этом все. Всем спасибо.